И всем, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Afan of Music. И сегодня мы с вами послушаем «Холодно» от Triple Six, Delete и Декмы. Ну, это у нас продюсер, и Декма у нас, это причем, я так понял, не просто продюсер, бля, это какой-то серьезный типочек. Вот так вот, да? Деси Доджи Дубащита были биты, да, делали реакцию на этот альбом. Да, хорошие биты, да, я помню. Окей, интересно. Декма должен справляться. Посмотрим, что это такое. «Холодно» выходил 15 декабря. Название первого трека «Имба». Что там было, я забыл. Не увидел, точнее. «Drink my...» Я тебя понял. Короче, интересно, что сделает Декма. 15 декабря выходил трачок, слушаем его только сейчас, по причине, что он набрал 7% в моем телеграм-канале, и если бы он набрал больше, то мы бы слушали его гораздо раньше. Поэтому, чтобы такого больше не повторялось, ссылочка на телеграм, и обязательно сабайтесь на него и голосуйте за любимых артистов. И про Twitch то же самое, сабайтесь, чтобы видеть реакции первее всех. Но мы с вами начинаем. Интересная коллаба должна быть, потому что чел продил все Доджи Дубащиту в 21 году, или в 22-м был вроде этот альбом, в 22-м, да. И если это Сидоджи Дубащита бит, я уверен, что Декман с ним справится, и это будет интересно звучать. Но вообще, как бы, «Ребра» мой любимый трек у Вульфа, мне нравится, как он там скримит. Слушаем. А, тут он даже петь будет, чё? Лол. А, он уже не первый раз работает. Мне теперь точно, я знаю это точно. Triple Six Delete, мы делим сплит, он говорит со мной. Я твой контроль, what you saying, boy? Будь самим собой, пожалуйста. По-моему, мимо. Ты это, блядь, усвой, мне тяжело с тобой. Иногда чувствую себя, будто я дерьмо. Мне так холодно, 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 холодно. Иногда чувствую себя, будто я дерьмо. Мне так холодно, холодно, холодно. Окей, мне кажется, чел не справляется, нет? Мы на пропеве норм. Понял, Магнолия, ебать. Уже заебало. И так мы должны выебать. Охуенный трек от Декмы. И вообще мимо чел. Продюсер мимо. Блять, что думаете по поводу этого трека? Охуенно Декма сделал, реально очень круто. Декма сделал охуенно. Трипл может норм делать. Ну, я понимаю, что может, да? Я говорю в рамках вот тут. Типа, что думаете? Ну, Декма мне здесь нравится раз в 10 больше. Бит прям для Декмы был охуенный. У него некоторые треки добавлены, понял. Я думал, он вообще продюсер чисто. А он не только прод. Здесь слабо. Я думаю, что у него голос... Здесь не совсем подошел под бит. Даже припев я подумал, что норм, но потом этот же припев исполняет Декма, и уже гораздо интереснее и сильнее. Декма охуенный.
Вот здесь прям мне очень обидно, я не добавлю этот трек, потому что, ну, это, блядь, слишком слабо. Но вот Декма начинает припев, и это просто пиздец круто очень, реально. Ну, как видите, бля, очень обидно, потому что прям настолько крутой реализация Декмы, ну, не на каждом треке можно увидеть. А тут она есть, и, блядь, ну просто чел берет и... Очень обидно, если честно. Реально. Ну, потому что, серьезно, не на каждом треке Декма так охуенно сделает. Респект Декме! Бля, надеюсь, что будут еще подобные парты от него, и чтобы гость делал охуенно. Надеюсь, будут такие треки. Бля, Декма охуенный здесь. Бля, да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Не забывайте ставить... Ой, блядь, какие ставить. Телеграм, Твич, Бусти, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.